В Югре вводят новую меру поддержки семьям с детьми. Такое решение было принято на заседании регионального правительства. Так Наталья Комарова сообщила, что ежемесячные выплаты теперь смогут получать семьи с детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Нововведением стало то, что теперь пособия могут получать и на детей с 8 до 17 лет. Отмечу, на такую меру соцподдержки могут рассчитывать югорчане, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум. Сейчас в регионе реализуется 36 мер поддержки семей, 16 из них направлены на помощь семьям с детьми и с инвалидами. Важно, по ранее данным поручению президента Российской Федерации, меры социальной поддержки семей с детьми, такие как выплаты при рождении первого, второго и третьего ребенка, ежемесячная денежная выплата, о которой я упоминала, на деток от 3 до 7 лет включительно, представляется югорчанам в полном объеме. Принципом, на которых выстраиваются вот эти вот государственные решения, они основываются на адресности, которая оценивается из нуждаемости.